В этом видео я расскажу вам о тех, кого не стало в этот день, 7 марта. Советский и российский актер театра и кино, юморист, артист эстрады Ян Артлазоров покинул этот мир 7 марта 2009 года. Ему был 61 год. 7 марта 2014 года не стало советского и российского актера театра и кино Анатолия Кузнецова. Ему было 83 года. Режиссер, оператор и сценарист Валерий Смирнов скончался 7 марта 2008 года. Ему было 60 лет. Киноактер Виктор Черепанов ушел из жизни 7 марта 2013 года. Ему было 55 лет.